Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами приготовим творожную запеканку без муки и без манки. Подожди, у меня же нет прически. Слушай, не снимай мое лицо. Снимай мою руку. Нет. Снимай. Снимай мои ноги. Ой, подожди, нет, не снимай ноги. Как же я буду готовить? Так, сейчас, одну минутку. Не выключи. Сейчас, я иду. Я иду, сейчас, одну минутку. Уже готова, почти готова. Сейчас. Уже. Наконец-то есть теперь прическа. Все, можно снимать. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы с вами приготовим творожную запеканку. Суббота, раное утром встали. Хочется что-то такое сладенькое, вкусненькое, но не калорийное. Давайте мы приготовим запеканку творожную без муки и без манки. Без ничего. Одну творожную запеканку. Ну, правда, там добавим кофе, там посмотрим, что у нас пирожное, может, какое-то есть. Может, какая-то булочка есть. Может, мы там тортик не доели. Но приготовим запеканку творожную. Творожок. Ой. Так, я забыла вам показать домашний традиционный сыр 400 грамм. Ладно, я как-нибудь так. 400 грамм творога. Берем 400 грамм. 400 грамм творога мы добавляем горстку перемытого изюма. Можно и больше. Ой, я люблю изюм. Давай еще добавим. Так. Дальше. Добавим ложку сахара. Сахара добавим. Ложку сахара. Хорошо. Сахар — это хорошо, сладенько. И добавим почти чайную ложку питьевой соды. Все это вместе перемешаем. Мешаем. К нам должны прийти гости. Сегодня выходной день. Нам нужно приготовить и встретить их. Мешаем. Мешаем. Хорошо перемешаем. Что же он не мешается? Какой-то сухой. Надо что-то добавить. Ладно. Перемешаем. Творожок перемешаем. Да. Надо добавить 2 сырых яйца. Сейчас я их добавлю. Это вот, смотрите, мои любимые яйца. Вот, мои любимые яйца. Одно яйцо, второе яйцо. И снова перемешаем.
Посмотрим, что там внутри. Конечно, желток и белок. Хорошее яичко, хорошее. Второе. Что там такое? Там есть желток. Слушайте, в яйце есть желток. Капай. И хорошо перемешаем. Мешаем. Желток соединяется с белком. Белок соединяется с желтком. А вот творог не хочет мешаться. Но мы его мешаем. Творог мешаем. Почему он кусками? Мы ему мешаем. Мы его хорошо мешаем. Он становится желтеньким, сладеньким. Его не надо взбивать венчиком. Можно вилочкой. Но у меня, правда, ложечка. Я могу и ложечкой. Мешаем. Хорошо. Мешаем. Творожок становится однородной массой. Я сахар добавила? Да, добавила. Становится сладеньким. А соду добавила? Питьевую? Точно? Добавила. И питьевая сода. И изюм, я его вижу. Он черненький. Такой славненький, такой нежненький, такой пухленький этот изюмчик. Его так и хочется скушать. Как хочется скушать изюмчик. Но мы мешаем. Мы все время мешаем. Все, домешались. Дальше продолжаем. Так, что нам надо? А, вот, смотрите. Вот нам надо. Вот. Мы будем здесь выпекать. Так, польем маслом. Польем маслом. Вот масло. Размажем равномерно. По всей поверхности, обволакивая со всех сторон нежным движением, щеточкой, кисточкой, пензликом, смазываем формочку маслицем. Дальше. Посыпаем сухарями. Сухари сыпятся. Волна целая сухарей. Посыпали. Так, а теперь равномерно высыпаем нашу творожную, еще пока сырую, запеканочку. Запеканочку распределяем равномерным слоем. Вы заметили, муки мы не добавили, манку тоже забыли. Но мы так равномерненько, так красиво распределяем по всей формочке. Вот все так нежненько, так ровненько. Таким хорошеньким слоем распределяем. Так, и это надо. Зачем добру пропадать? Надо все распределяем. Вот так. Вот туда дырочку, чтобы дырочки не было. Как хорошо. Как прекрасно. Так,
Убираем лишнее, лишнее. Убираем, убираем все лишнее, лишнее. Лишнее, все, все лишнее. Убираем. И ставим, ставим, ставим на... Ставим. Ставим меня пока. Ставим все на 5 минут в микроволновую печь. Ставим. Как у нас время проходит быстро, и 5 минут пролетело незаметно, мы достаем наше блюдо, потому что сейчас, с минуты на минуту, придут наши родственники или знакомые, в общем-то, придут к нам в гости с утра, в субботу. Посмотрим же, что у нас получилось. Достаем. Что у нас получилось? Что же это у нас получилось? Но ведь это же без муки и без манки, с изюмом, с 2 яичками и 400 грамм творога. И что у нас получилось? Чё оно такое у нас получилось? А ну тарелку поднять нужно? Лучше не поднимать. Лучше тарелку не поднимать. А надо же его украсить. Сейчас, сейчас украсим, украсим. Украсим. Сейчас сделаем украшение. Сейчас, минутку, минутку. И мы все-все исправим. Минутка пошла. Пошла минутка. Минутка идет, идет. Идет минутка. Куда она идет? Ой, идет минутка. Минутка. Так. Минутка идет. Идет минутка. Так, это минутка. Идет минутка. Минутка. Ай, так, надо все-таки взять ножницы. Сейчас возьму ножницы. Ножницы надо. Вот мои ножницы. Мои ножницы. Мои ножницы. Разрезаем. Аккуратненько разрезаем. У нас все аккуратненько. Насыпаем 1 или 2. Ладно, насыпем 2, потом будет видно. Ложки какао. Порошок. Какао-порошок насыпаем. Так, добавляем. Что ж мы добавляем? Добавляем сахара. Сахара, сахара добавляем. Добавляем сахара. Сахара. Ложку или 2. Хорошо. Добавили 1,5 ложки сахара. Ну, 1,5 ложки сахара. Что-то еще надо добавить. Так, добавим
Молоко, у нас есть молоко. Сейчас посмотрим в холодильнике, есть ли молоко. 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 Молока нет. Нет молока, остался кефир. Добавляем кефир. Кефир добавляем. Добавили кефир. Так. Мешаем, мешаем. Да, мешаем кефир. Кефир мешаем. Опять мешаем. Опять все мешаем. Оно не мешается. Оно не мешается. Кефира мало, наверное. Ничего, ничего. Оно сладкое. Оно вкусное. Ай, это же шоколад почти готовый. Трюфельная посыпка. Как же оно может быть невкусным? Оно может быть только невкусным, если его не кушать, а просто смотреть. А если его кушать, оно такое вкусное. Оно такое прекрасное. Оно просто великолепно. Великолепно выглядит, и мы опять мешаем, мешаем. Так, уже помешали. Теперь надо взять ложечку, маленькую-маленькую ложечку, и сделать слегка заметный, нежный узор. Узор, узор. Узор делаем. Нежный узор. Вот так. Нежный узор пошел. Похоже на узор? Похоже. Хорошо. Похоже на узор. Похоже на узор. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так нежно рисуем, воображая, что мы... Что я? Пикассо. Реальность. Реальность жизни. Больше реальности. Больше нежности. Больше экстравагантности. Больше, больше, больше и больше. И больше какао с кефиром. А он свежий был, кефир? А кефир был свежий? Свежий ли был кефир? Ничего, проверим завтра. Завтра утром проверим. Украшаем. Украшаем. У нас получается морская лилия. Нет. Восьминог. Нет. Таракан. Нет. Нет. Что вы, какой таракан? Цветок распустившегося лотоса. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, все вот так, вот так, вот так. Это шедевр, это произведение искусств, это супер, это нечто. Добавим зелени. Подожди, что мы готовим? Запеканку, что... Нет, петрушка не подходит. Зачем петрушка? Зелень отпадает. Добавим сахарную пудру. Что же это у меня тут делается? Сахарную пудру добавить надо. Добавляем. Добавляем. Еще. 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 Еще сахарная пудра. Больше, 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 больше. Ну как же? Ну как же? Ну как же это? Ну что?
Я буду пробовать. Возможно, не сегодня. Этот шедевр, это произведение искусств. А пока я прощаюсь с вами. Приятного аппетита.